Замечена безопасная зона. Идти тебе придется через территорию гиен. Это злобные ублюдки, которые нападают на слабых и убивают ради забавы. А все, что нельзя унести с собой, они просто уничтожают. Особенно с ними намучились в театре. Нам необходима помощь поселений, но они ничего не смогут сделать, если все силы у них будут уходить на выживание. Постарайся хоть немного их разгрузить. Но помни, что наша задача — восстановить сеть спецотряда. Во многих регионах страны только на спецотряде все и держится. Но теперь большинство агентов оказалось в изоляции. Без поддержки они долго не протянут. Обнаружено мобильное электронное устройство. Ну? Стой! Пусть скучнее станут! Это будет круто! Если ты их не спугнешь, башку свою убери! Глянь на этих лохов! Ничего не подозревают. Вот именно. Башку свою гребаную спрячь. Да чего ждать-то? У них даже оружия нет. Давай их прямо сейчас завалим. А бегать за ними потом добивать ты что ли будешь? А нахрена добивать-то? Наоборот. Пусть побегают. Это ж самая маза. С кишками наружу. Но все равно далеко не убегут.
готов, подходи! Не халяйся! Я прикрываю! Что такое, малыш? Больно? Тебе показать, на что способен фермер. Как тебе нравится?
тебя пристрелю. Да, мы их порвали. Мы выжили. Это самое главное. Поблизости есть эхо-маяк. Спасибо, что сводил в кино. Всегда пожалуйста. На ужин заглянешь? Не сегодня. Надо повидать друзей из нацгвардии. Они боятся, что их вызовут охранять карантинную зону в Нью-Йорке. Ну-ну. Это не шутки. Да это же грипп. Помнишь, свиной грипп? Сколько шума было в итоге. Вот увидишь, через пару месяцев про долларовый грипп все забудут. Как про проблему 2000 года. Про что? Ну вот, теперь чувствую себя стариком. Да ладно, я стебусь. Но правда, мне кажется, это все так просто не утихнет. Люди напуганы. А ты знаешь, что бывает? Ты приближаешься к театру. Главу этого поселения зовут Одесса Сойер. Лучше с ней не ссориться. Добро пожаловать! Найдено электронное устройство. Хорошо выглядишь. Thank you.
Привет. Если тебе нужна Келса, она ушла. Я бы пошла с ней. Но я буду только мешать. У тебя забот выше крыши. Но эти гиены похитили мою дочь. Ради мести. Поможешь, буду тебе должна. А долги я отдаю. Обнаружено мобильное электронное устройство. Гиены захватили Элеонор, дочь Одессы Сойер, чтобы контролировать театр. Мы должны вернуть ее живой и невредимой. Агент Келса уже на месте. Гиены захватили Элеонор, дочь Одессы Сойер, чтобы контролировать театр. Мы должны вернуть ее живой и невредимой. Агент Келса уже на месте. Мы попытаемся отвлечь внимание гиен, чтобы вам обоим удалось пробраться к заложнице. Гиены уже успели обустроиться в здании, но нападения они не ожидают. Найдено электронное устройство. Привет, агент. К сожалению, у нас нет возможности разместить еще людей. Если вам нужна пища и вода, мы можем предложить вам наш паёк. Но кое-кто будет рад вашей помощи. Приносите бумагу на караульные посты. Как насчет музыки? Я не очень люблю эту песню, зато у нас есть ее запись. Ты рядом с отелем Гранд Вашингтон. Ну что, погнали. Двигайся к служебному входу с восточной стороны. Thank you.
войдешь внутрь, двигайся к холлу. Перехвачена радиопередача. Подъем! На нас напали! И похоже, они хитрят. Мне кажется, там кто-то есть. Перехвачена радиопередача. Я к заложнице! Всем бегом в холл! Черт, тут святой. Кто-кто? Гиен, мерзкий тип. Надо убить этого говнюка. Никто не пройдет! Никто!
поднялся на самый верх. Иди за ним по лестнице. Она справа от лифтов.
Я нашла склад боеприпасов. Сейчас взорву его. Дышалось асбестом. Взрыв тут много чего обрушил. Thank you.
они просто не хотят. Впрочем, я тоже. Ты водила людей в бой, а это почти то же самое. Это совсем не то же самое, Томас. На войне убивают, а здесь выживают. Я умею ставить засады, вызывать поддержку с воздуха, но я ничего не понимаю в сельском хозяйстве, энергетике и всем этом. Тебе помогут, но нам нужен лидер, который сплотит нас, Одесса, настроит нас. Не смотри ты на меня так. Как? Как будто я ваш последний шанс. Я на крыше, жду поддержку. Я пригляжу за тобой, Келсо. Видишь его? Я не знаю его, но вижу большое скопление врагов. Сейчас сократим. Вы только посмотрите! Сдохни! Сдохни, мудак! Обстановку. И давайте напрямую. Мне надоели все эти трусливые недоноски, которые пытаются смягчить свои доклады. Мистер Президент, все плохо. Тот, кто стоит за этим, отличный стратег. Поступили сообщения о вспышках в 22 городах США и 14 по всему миру. И это только начало. И кто может стоять за эпидемией? Или она сама по себе возникла? Никак нет, сэр. ЦКЗ подтвердили, что это новый штамм оспы. И он никаким образом не мог появиться здесь и сейчас без чьей-либо помощи. Так, и кто же виноват? Москва? Пекин? Они сами по уши в этой проблеме, сэр. Если честно, мы даже не знаем, кто наш враг. Рада тебе. К бою готова. Ну, погнали.
Элеонор, твоя мама прислала нас за тобой. Ты ранена? Кто? Кто вы? Что происходит? Она в шоке. Я уведу ее отсюда, когда она придет в себя. Встретимся в театре. Улица, в здание заходит большая группа противника. Иди займись ими, я буду с Элеонор. Thank you.
Одессой. Минуточку. Одесса, у Келса есть новости. Элеонор у нас. Она жива? Скоро верну ее домой. Слава богу. Спасибо тебе. Увидимся. У нас новая запись Гиен. Может, она что-то прояснит. Хорошо выглядишь. Зацени эту штуку. Привет. Это качественные товары.
Большое тебе спасибо. Здравствуй. Все хуже некуда, Одесса. Мы еле держимся. Что ты от меня хочешь? Помоги нам! Я помогаю. И так помогаю. Просто не так, как ты хочешь. Ты нужна нам, Одесса. Тебе не нога мешает. Не в этом дело. Да знаю я. Пойми, нам нельзя. Ладно. Ладно. Попробуем выделить вам людей. Я пойду. Говорят, это все ты. Я твой должник.